Поважані сябри, у центрі програми «Спочатку музика», звичайна творчість, наша гостя. Так що тільки що у нашому ефірі прогучала його композиція «Зима», солірував на гітарі Сергій Антішин. І про музику ми будемо розмовляти з автором власних композицій, пісень. Ось уже вийшло 3 альбоми. І так 4 вже. Четвертий – це інструментальний альбом. Гітарні сезони. Да, которые очень так понравились нашим братьям-японцам. Таким чином у нашей студии... Виталий Кочетков или Виталь Кочетков, ну, я буду размовлять на русской мове, потому что не так добро володую, как Женя. Привитание, Виталий. Одразу скажу, что веду тебе амаль 20 годи, мы разом... Еще у часы перебудовы учились у молодежинском музычном училище. До того ж... Віталь професійно займався шахматами, були і інші захопленні. А ось некілька років тому ви знову вернулися до музики. Що посприяло цьому?
Наверное, какой-то быт немножко засосал, и поэтому я увидел, что я стал немножко такой злой, становлюсь со временем. Вот, а я, в принципе, ну, ты ж на меня смотришь, ну, злым меня, ну, очень трудно представить, а я просто увидел, что злой, 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 и я, мне захотелось стать немножко добрее, и вы знаете, музыка, она, в принципе, вернула меня в нормальное русло. Я так понимаю, в этом есть элемент жарта, а лишь… Это не жарт, это совершенно серьезно. Если вы хотите и дальше, ну, жить в этом злом мире… иногда таком, как, где бушуют войны, то вы можете не слушать музыку и Виталия Кочеткова. А если вы захотите стать добрее, если хотите, чтобы как-то в этот, ну, в этот мир ваш душевный пришло какое-то спокойствие, какое-то душевное равновесие и позитив, тогда вы просто заходите на iTunes, нажимаете заветные два слова Виталий Кочетков и можете там слушать инструментальную музыку вот, в исполнении бриллиантовой гитары Беларуси Сергея Антишина, которую, кстати, очень сейчас японцы полюбили. Но японцы ж любят, что балет Чайковского, вот сейчас вот Виталия Кочеткова еще подсаживается. Ну, цудовный образ в шерех выстраивается. Ну да, немножко, может, нескромно, но пару лет назад, когда я только как бы начал чуть-чуть заниматься музыкой, ну, это я так, опять же, скромно, нескромно, конечно, я не задумывался о том, что на пути меня ждут такие горы преград, но и меня так вообще страшали этими всеми делами. Ну, на пути мне столько добрых людей, таких хороших женщин на пути, что я вообще, я, ну, ты видишь, наверное, по мне, что я совершенно не расстраиваюсь, что очутился в этом страшном шоу-бизнесе. И все ж, ты бы сказал, что… Да, добрее. Вернулся до музыки, так, и стал добрее. Музыка добрее делает человека. Но опять же, смотря Виталий, какую музыку… Ты играл на трубе. Я играл на трубе давно. Будешь ты ее включать в свои композиции, спробовал? Труба – это самый сложный инструмент, самый сложный какой есть, но еще тромбон сложнее, на котором ты играл. Скрипка. Ну, вообще музыка, конечно, игра на музыкальных инструментах, она человека обогащает. И сейчас, пусть даже если модно какие-то там, я не знаю, какие-то электронные прибамбасы, да, но все равно если… Парень играет на гитаре, девушка играет на скрипке. Это какой-то, наверное, диагноз такого какого-то хорошего воспитания, наверное, да? Наверное, душевной какой-то доброты. Поэтому все равно без музыкальных инструментов ну никак не обойтись. И я думаю, вообще должен каждый человек верить в лучшее, в доброту, в позитив. Потому что если не будешь верить в лучшее, будет худшее. Женя, худшее всегда нас найдет. Ну так, вот. А лишь не за все добывая хэппи-энд, как ты спеваешь у композиции. Да, это «Словно икара», эта песня, чуть ли не первая моя песня, была подготовлена еще к Еврофесту. Я уже не помню, в далеком каком году она есть и на каком, и на английском, даже не на английском, сейчас это можно сказать на импортном языке, да? На импортном языке. Что, он так есть, не познавали настолько? На матчиной мове есть эта песня. И вот сейчас вот я предлагаю вариант на русской мове, словно икары. Стремился к солнцу навстречу икар, и небо рассекая, вперед к манящему свету летел и к чистоте неземной. Ему не страшен был молнии пожар и злые птичьи стаи, а только множество светлых надежд звало его за собой. Словно бы икары, не боясь высоты, небо покоряем, добиваясь мечты. Часто повторяем тот античный сюжет. Не всегда бывает хэппи-энд. Сожгло горячее солнце лучом крылатые стремления.
последний миг с необъятной земли мелькнула зелень полей. Сегодня перья, что были мечтами, нам дали ветер летний. Когда в июле к ладоням твоим бросает пух тополей, словно бы икары, не боясь высоты, небо покоряем, добиваясь мечты. Часто повторяем тот античный сюжет, не всегда бывает хэппи-энд. Бывает хэппи-энд, а не всегда бывает хэппи-энд. Все ж таки давай про хэппи-энд, Виталь, поговорим. Вообще хэппи-энд это, ну, должен быть, конечно, хэппи, что там говорить, хороший энд. Ну, я смотрю на тебя, ты смотришь на меня, вроде пока все нормально, да? Так, вот ты, ну, пока выгучала песня, рассказал мне дивную историю про две державы. Да, это, конечно, такая, наверное, исторический факт в том, что если слушать злую музыку, то, наверное, потом все приходит к тому, что начинаются войны, и, наверное, государство, ну, утрачивает свою... Это чья легенда? Это китайская такая старая легенда. И второе государство, оно, наоборот, слушало позитивную, хорошую, правильную музыку, да, и оно расцветало, и люди там добрели, где-то не были злыми. Ну, вот я предлагаю все-таки в этом таком ранге, не, формате, в жанре следовать. То есть у меня музыка добрая, лирическая. Это не значит, что все должно быть вот так вот. Есть такие композиции, мы потом послушаем «Опавший клен» по Есенину, где немножко все не так, все просто иногда бывает в жизни. Это, Миш, Виталь, ты обрал свое кредо, творчее, коло в образах, тем. Можно сказать, что у тебя такие лирические, лиричные, семейные такие композиции. Дело в том, что я пытался, да, быть, например, Виктором Цоем, и пытался быть очень злым человеком, ну, в песнях. Там не получается у меня, понимаешь? Мне звукорежиссер сказал, тебе хоть что-то отрезать, все равно ты злым не получишь. Не верю я тебе, если ты будешь злым. Поэтому я уже сейчас просто вот прям вот так вот. Добрый, лирический и позитивный. Кратко можно сказать, что стиль твой уже склался в полных ступеней. Опять же, я скажу так, я всегда в поиске, и меня иногда вот молодые особы или какие-то, может быть, более старшие, не то что заботят, а как-то я не понимаю, как вот они иногда говорят, что вот все, я нашел себя. Или они знают, что будет завтра. Я не знаю, что будет через 20 секунд. Раньше меня это очень напрягало. Я думал, что вот прям вот я такой неуверенный, и мне так это все трудно. А теперь я понимаю, что чем больше я слушаю советы, где-то ищу себя, это где-то и жизнь получается. То есть кто-то не ищет, и на этом что? Хэнд заканчивается, да? Энд. Хэппи. Энд заканчивается. Поэтому, наверное, все-таки поиски себя и поиски не только в творчестве, но и в жизни постоянно, это, ну, я не знаю, это такой образ жизни. Поэтому говорить, что да, наверное, какой-то какие-то стиль вот где-то сформирован в плане вот доброты, наверное, душевности, лиричности. То есть, как я говорил, Виктора Цоя из меня не выйдет. И я успокоился, хотя очень немного страдал от этого.
певна кількість пісень присвячена твоїх матці. Да, повпливала я на тебе? Да, можна вспомнить, що вчора був Міжнародний день невролога, і поэтому, наверное, мої пісні, вони допомагають неврології. Это было, кстати, отмечено тоже на одном московском конгрессе врачей, что они помогают успокаивать нервы и приводить все в состояние такого более позитивного. Гармонии. Гармонии, да. Ну и японцы, что же, ну это же умные люди. Кстати, московский продюсер Александр Фрумин, «Ночное такси», он цитату такую выразил, что «я очень рад за японцев, что они слушают Виталия Кочеткова». То есть вот… Я хотел бы быть рад и за братьев наших, не братьев наших, а мы за белорусов. Мы так сама вельми рады. За нас обрадоваться, чтобы мы все-таки были добрее. И следующая песня это посвящается все-таки матулям нашим. И, ну, матули. Слухаем. Самая добрым лёсом обранная, для мяне матуля ты і цяпер милая родная, милая родная і заўсёды пяшчотная, табе здароўя і доўгіх год шчыра жадаю я. Позірк такі ласкавы, сердце мое крани, помощь с тобою, мама, тепло утульно мне, як у дятинстве разом, разом со мною ты, лесу схожу я, дякую, хай будет так завжди. Клопотом радуешь, научаешь парадами, радость мою и душевный бог со мной отчуваешь ты. Любая ты моя, тебе вельми удяжный я, сердечные слова одной тебе щиро жадаю я. Позірк так и ласкавый, сердце мое храни, помощь с тобою, мама, тепло утульно мне, як у дятинстве разом, разом со мною ты, лесу скажу я дякую, хай будет так завжди. Такий ласкавий, серце моє крані, помаш з тобою, мама, тепло утульно мені, як у дитинстві разом, разом со мною ти, льосу скажу я дякую, хай буде так завжди, льосу скажу я дякую. Так завжди. Нагадаю, у програмі «Спочатку музика», у гостях програми «Спочатку музика», автор власних композицій, співак Віталь Кочатков. Да, и мы здесь с Женей спорили немножко, и так прям вообще не подготовились. И я назову телефон прямого эфира 210-12-48. Код столицы 8017. Да, и мы хотели просто задать вопрос, вот, и не то что задать вопрос, а подарить слушателям… Приз. Ну, наверное, приз, да. Это гитарный альбом Виталия Кошаткова. Который в Японии стоит, там, по-моему, 2000 йен, а у нас вот он будет в подарок бесплатно. Ну, нужно… А вы повинны отказать на одно питание? Одно скромное питание, да. У яким виде спорта Виталь выявил себе, как
Добрый спортсмен. Да, в каком виде спорта я мастер. И, можно сказать, у меня была даже, как, кличка «Удав». Это, напевно, не боротьба некая. Ну, я не знаю, наверное, это борьба, все. Но в любом случае, кто ответит вот это страшное слово, не будем его называть, тот получит вот этот очень приятный, мне кажется, интересный, лирический, гитарный альбом, сыгранный бриллиантовыми руками заслуженного артиста Республики Беларусь Сергея Антишина. Что сейчас, Женя? Так, мы повинны... Мы задали вопрос, так, теперь... про спорт. И тому будет у нас композиция «Дашуткин блюз». А, ну да, история названия вот этого такой интересной композиции гитарной. Значит, она была первоначально песня «Наш банк». А вообще, что значит, как вообще получился вот этот гитарный альбом? Ты же не знаешь его истории, нет? Нет. Это гитарные версии моих песен. То есть... Каждая вот эта композиция, это есть в оригинале со словами, да? А вот это получилась такая полностью гитарная музыка. То ли... Минусовка, я кажется. Ну нет, нет. Олеж? Минусовка – это когда вообще просто без противного голоса, да? А здесь уже гитара, бриллиант Сергей Антишин сыграл, и это все пересведено было в лучшей студии Беларуси «Бегемот» с Алексеем Зайцевым. И получилась такая пластинка, ну, я не знаю, ну, те же самые японцы ее оценили, на в топ и поставили, буквально еще месяца не прошло, она на японском сайте. Вот, значит, про Дашуткин блюз. Да, главное, музыка и спорт. Да. В житті Віталія Кашаткова. Да, протягом как тему. Вот получилось. То есть в оригинале песня была «Наш банк». Немножко такая... может быть, с элементами рекламы, поэтому эта песня не вошла ни в один альбом. Интересная песня, там «Наш банк», там можно рекламировать любой банк, кстати, банкирам, вот, говорю, если вдруг интересует, можете набрать, послушать эту песню. Интересная песня, то есть там хочется все сразу бросать и бежать в банк получать кредит. Понимаешь? Ну, вот такая, она нету там, то есть можно было «Беларусьбанк», прорекламировать другой банк. Ну, понимаешь, гитарная композиция назвать «Наш банк» – ну никак. И получается, ровно почти, ну не ровно год назад, это где-то в феврале было, вот она пришла из студии, эта вот композиция, и в тот момент Дарья Домрачева выиграла, по-моему, первое золото, вот я не помню, первое золото Олимпиады. Ну, я просто не смог это событие обойти как-то какой-то стороной, и композиция была названа «Дашуткин блюз».
слухали «Дашуткін блюз» композицію Віталія Качаткова, нашого гостя програми «Спочатку музика». Нагадаю, що Віталій подарить компакт-диск «Гітарні сезони» свої власні з інструментальними своїми композиціями у виконанні «Десолірує» Сергій Антішин. Але ви повинні відказати на питання, у яким виді спорту Віталій Качатков майстер. Нагадаю, телефон прямого ефіру 2 10 12 48, код Мінська 8017. Віталій, і все ж таки, давай від інструментальних композицій вернемося до пісень. Менавіта, можна сказати, з їх усе починалося. Ну, я немножко закончу ще ту мисль. Ну, а тот, хто не відгадає, значить, і не отримає цей диск, може просто в iTunes набрати Віталій Кочетков, і там 4 альбома, можна їх прослушати і додати в персональну колекцію. Кстати, для тех, хто не знає или не понимает, что iTunes – это вообще такой очень удобный и классный, я бы сказал, сервис, там есть такой вариант прослушивания. 2 минуты любой композиции можно слушать в таком состоянии, как превью. То есть можно совершенно бесплатно просто слушать эту любую композицию 2 минуты. То есть если песня 2.02, то 2 секунды, ну да. Да, в угле за 2 хвилины уже, можно сказать, зрозумело. Да, меломанам то, что они почули. Иногда 5 секунд достаточно, чтобы оценить, нравится композиция или нет. А здесь 2 минуты в iTunes можно прослушать любую композицию Виталия Кочеткова, и дальше уже вы определяетесь, как бежать, не покупать, не покупать, добавлять в плейлист, не добавлять, или сказать, чтобы исполнитель, композитор дальше учил уроки, и как бы вот так. Виталий, вот такое ведение компьютерной техники, или можно так сказать, и в угле новых таких компьютерных тенденций, интернета, а Яну откуль? Это жизнь, Женя. Это жизнь. Сейчас, наверное, без этого очень трудно. Ну, я бы не сказал так, что я немножко там завернутый на этих делах. Просто, ну, я не знаю, а как по-другому? Ну, хтось живе и не ведет на вот там интернет. Ну, да, хтось живе и живе. Это я себе имел на увазе. Ну, можно, да, можно, конечно, обидеть кого-то, но, в принципе, я слышал такое нытье, по поводу того, что вот сейчас плохо, или раньше было плохо, или сейчас хорошо, а раньше было плохо. Ну, это всегда такое нытье. У меня даже было стихотворение. Я просто хотел испытаться. Ты сам уластно, ну, это вот наивнующее... Я хочу закончить мысль, так, что сейчас тот же самый интернет, с одной стороны, его можно использовать на пагубные привычки, да, а с другой стороны он дает неограниченные, просто безграничные возможности для своего, для самореализации, для творчества, да, и тот же самый iTunes, он просто предоставляет возможность, ну, любому автору, музыканту попасть на полку, ну, как бы я мог мечтать про Японию, ну, никак. Я просто хотел докладнить, накольки ты сам разбираешься в этих наиновших гаджетах, ти тобі допомагає в этом син? Я бы так сказал, что... Ти ты ему допомагаешь больше? Нет, ну у меня, во-первых, 3 детей, да, это понятно здесь. Пока, наверное, я сам во всем разбираюсь, и гаджеты, iTunes не относятся к этим гаджетам. iTunes – это просто такой сервис, программа, которая позволяет любому и музыканту, и любому слушателю получить доступ к огромной медиатеке и прослушать буквально любую музыку. Было бы только желание. То есть это возможность большая. Виталь, все ж так, до твоей песенной творчества мы поговорим, але спочатку послухаем нашего слухача. Добрый день. Добрый. Як вас зовут? Беспокоит из Гродно. Угу, приємно. Пожалуйста, Виталий, я хотела у вас спросить. Вот вы говорили, что вы гастролировали в Японии. Скажите. Я не говорил, что я гастролировал в Японии. В Японии слушают мою музыку. А, слушают интернету, музыку. Так. Извините, пожалуйста. Но скажите, пожалуйста, вы слышали про такого японского композитора Якура? Если слышали, как вы относитесь к его музыке? Если честно, я не слышал о таком композиторе, и я с японскими композиторами не сильно знаком.
Это, ну, я не знаю, может быть, мы уже записали это, Якора, да, и мы будем смотреть и слушать, прям с Женей, может быть, даже после эфира. А скажите, пожалуйста, ну, вот... мы испытались про Якора? Алло? На жаль, мы ушли из... Наша слухачка поклала, да, трубку. Нас озадачили, получается, нас спросили про Якора, а мы ничего не можем ответить. Ну, зато в Японии... Зато мы видим теперь, что есть такой композитор Якура, и варто потекавиться его музыкой. Виталь... Чтобы ответить на вопрос слушательницы. Да и в уголе, я так разумею, что ты человек такой текавный. Да, текавный, это в смысле заинтересованный во всех делах. Виталь, ну да, конечно. Вот твои волосные песни. Ты сам пишешь верши, а лишь извертаешься до... поэтому и извертаешься на классиков. Я бы так сказал, что я недавно начал сам немножко писать. И то есть я поэтом, в принципе, не считаю. Это такое немножко баловство. Хотя меня уже Владимир Максимков, это такой наш гуру, его все знают не только в интернете, он обозвал поэтом. Ну, это так, в принципе, приятно и говорит, что поэт. Хотя я обращался за помощью к поэтессам, пока мне помогают в этом деле наши женщины. Есть белорусская поэтесса Оксана Ярошонок, она очень чудовно пишет верши на белорусской мове. Твоя земляшка? Да, да, она из, тоже родилась на земле Агинского, это Молодечинщине. Вот, это она на русской, на белорусской. Вот с ней мы сделали... написали первый альбом «Со мной любовь» называется, и в следующих тоже двух альбомах «Спасибо сердце» и «Постой, паровоз», там тоже используются ее композиции. Еще я работаю с Ириной Майской, она из Смоленска, и с Анной Савченко, это королева томской поэзии, ну такой у нее вот титул. А в последнее время я начал обращаться к творчеству великих русских поэтов, и не только русских, у меня уже есть и композиции на Янку Купалу, но я занимаюсь таким немножко, очень так как бы нежно их немножко обрабатываю, как-то компилирую, то есть там не полностью прям стихотворение Янки Купалы, по мотивам, да. А из русских поэтов у меня... Значит, на Некрасова есть песни, и Сергей Есенин сейчас очень, я бы так сказал, наверное, в следующем году выйдет альбом есенинский. Вот в этом, в альбоме «Постой, паровоз», там уже две есенинские композиции, мы, наверное, сегодня их послушаем, «Опавший клен» и «Письмо матери». А еще есть композиции на Мандельштама и на Федора Тютчева по мотивам. Нам дозвонился слухач. Алло, мы вас слухаем. Добрый вечер. Добрый. Ну, я хотел бы поспробовать отказать на питание. Криласка, вас зовут як? Тезка, Виталий. Вельми приемно. Ну, я хотел бы пропоновать такие варианты, как шахматы. Ну, вау, браво. Где аплодисменты? Да. Виталий, вы перемогли, так что диск ваш. Покиньте, криласка, номер вашего телефона, как забрать. Я думаю, вы будете как минимум удовлетворены этой игрой великого гитариста, и где я немножко здесь чуть-чуть там был за кадром. Большое спасибо вам, Виталий. Дякую. Да, хорошего настроения. И вам всего-всего наилепшего. Дякую, великий. Так, ну а мы слухаем зараз композицию «Опавший клен» на верш Сергея Есенина. Автор музыки и спевак Виталь Кошатков. Кстати, буквально день назад, даже сегодня, был на Ютубе презентован видеоклип на эту композицию. Ютуб, Виталий Кочетков, «Опавший клен», и смотрите ужастики на эту песню. Зай.
оледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой. Или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел. И как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче, что это стал нестойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. Сосну приметил, распевал им песни под метель олетит. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. И утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую обнимал березку. Там он встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель олетел. Стратегія популяризації твоєї власної творчості музичної, і воно так само і закранає відео. Да, ти... я много знімаю відео, делаю такой, как говорят, продакшн самостоятельно, но мне помогают видеооператоры, в частности, Алексей, вот и забыл, как его называют. Значит, вот на эту песню «Опавший клен» мы вот не дали. Напишешь Сергея Есенина? Да, на Сергея Есенина, на стихи Сергея Есенина. Я буквально сегодня, по-моему, сегодня или вчера презентовал на YouTube этот клип. Делали мы его в Белоруссии под Молодечно. Ну, сам понимаешь, ты сейчас слушал песню, она непривычно слушается, да, не такая, как было в старые добрые советские времена. Значит, исполнение и саму музыку в Рязани сравнили с британской группой Porcupine Tree. То есть там, и действительно, она композиция, когда ее первый раз презентовал на фестивале шансона в Рязани, это на родине Есенина, мне было очень приятно, что ее отметили, эту песню, в отличие от такого традиционного русского шансона, туда, куда мне причисляют. То есть она, меня там отметили, и эта песня, вот когда я первый раз исполнял, она действительно как-то так завела по студии, что я там на сцене немножко чуть удержался на ногах. Я тебе говорю, серьезно, то есть как бы она немножко такая вот. И, значит, на нее, на эту странную немножко песню, снимали видео. Ну, можете себе представить, что такой странствующий музыкант в черном, где-то с элементами монаха, он таскает за собой по лесам и белорусским деревням сзади черная пианино фабрики Молотова. Понимаешь, его преследует какой-то тоже странный женский образ, ну, как в жизни, понимаешь? В конце концов, этот странный женский образ – это, в принципе, такой вот, как ведьма, это где-то двуединство просматривается, триединство, то есть это, может быть, это и его образ, просто, понимаешь, она палит это пианино, представляешь? И
он, ну, не то что погибает, он, пианино погибает, инструмент. Представляешь, Женя, как вот оно... Виталь, твоя идея клипа была? Спались пианино. Ты знаешь, мне до сих пор снятся кошмары по этому поводу. Конечно, пианино, оно плакало, вообще рыдало. Ну, так, но оно попало в историю. И не каждому пианино фабрики Молотова, вот, понимаешь, выпадает такая жизнь, попасть в вечность, в данном случае, в клипе. Вельми гуч, но тем не менее, до вечности ты звертаешься до вершов наших классиков Сергея Есенина и наступная композиция «Письмо матери» на его верш. Я как-то вот, я бы не сказал так, что случайно, понятно, что ничего, никаких случайностей в жизни, наверное, не бывает, но как-то пришел к Есенину и... Я не знаю, но иногда бывает, читаешь сборник какого-нибудь поэта, читаешь, и, ну, никаких мыслей не приходит по поводу там его песенности или какой-то мелодии, музыки, да. Вот я, например, Мандельштама недавно сочинил тоже песню. Я прочитал, ну, целый сборник, там, ну, может, 100 стихотворений, из них только одна прям вот сразу легла. То есть я бы так сказал, не... И без элементов такого вот насилия над собой, сочиняя музыку, пытаюсь. Если она льется, если она сочиняется, то она, ну, быстро сочиняется. Потом уже делаются какие-то коррективы и так далее. Так вот, на Есенина она сочиняется вообще просто, я не знаю как. Другое дело, что я последние работы, а на Есенина у меня уже около 10 композиций, я последние работы не делаю вот так прям полностью, беру стихотворение и полностью его перепеваю или там что пропеваю, а делаю такую компиляцию, да простит меня Сергей Александрович, вот, ну, я не знаю, мне кажется, опять же, вроде получается так, неплохо. Нож, ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь, не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя просто умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежно воротиться в низенький наш дом. Синим наш белый сад.
8 лет назад. Не буди того, что отмечтала, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня не надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет. Забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне. Не ходи, мама, так часто на дорогу, в старомодном ветхом шушуне. Не ходи, мама, так часто на дорогу. Віталя, а наколькі музика поупливала на твою шахматну кар'єру? І наоборот, як ти лічиш? Да, ну ти ж пам'ятаєш, да, ще з музучилища, що я часто пропускав іноді заняття і виїжджав захищати честь міста, району, області. А потім і країни? Ну да, були такі моменти. Ну, шахматы вообще, я как-то читал лекцию в Москве врачам, они хотели услышать истины о связи шахмат с музыкой. Говорят, что определенные, значит, определенные фрагменты мозга отвечают как раз и за шахматы, и за музыку, они одинаковые, эти фрагменты. И очень много... Есть связи между шахматистами и музыкантами, и музыкантами и шахматистами. То есть тот же самый Василий Смыслов, чемпион мира, он был прекрасным баритоном, и он пробовался в оперный театр. Тот же самый Марк Тайманов, который тоже был претендентом на звание чемпиона мира, он, по-моему, даже входит... В сотку лучших піаністів міра. Ну, то дивно, така ж одне долі, а лише музика – це емоціональне таке ураження. Вот про это многие заблуждаются, думают, что музыка – эмоции, а шахматы – это расчет. Так вот, как раз я бы хотел бы опровергнуть это. В современной музыке, Женя, расчетов больше, чем в шахматах. И наоборот, в шахматах столько эмоций, что иной раз расчет это иногда берется только эмоция, интуиция в шахматах. Расчет он где-то вверху, да, он идет, но в любом случае принимаешь решение конечное по интуиции. Поэтому, ну, вот так вот. А про шахматные мои достижения, ну, не буду так сильно говорить, кто захочет, тот в интернете найдет. Но одно из было приятных, когда мы с друзьями случайно посетили Стокгольм, и там в зале городской ратуши, там, где вручают Нобелевские премии, я выиграл килограмм серебра, и, ну, звучал там гимн белорусский, 5 куплетов, и было очень приятно, ты знаешь. Килограмм серебра получить практически из рук королевы там Швеции, она рядышком там была. Но такие моменты неприятные, приятные, вернее, вот в жизни. Там много можно рассказывать, конечно, о шахматах. Віталій, і все ж таки, давай вернемся до музики. Наступная композиция «Отчий дом» на твои слова. Да, это уже такое творчество и музыка, и стихотворение «Все мое». Значит, что я еще хочу сказать, почему мы, вот мы пришли к этой композиции? Потому что шахматы, наверное, это как, я не знаю, это как всегда, где ты играешь там далеко-далеко, и все равно вспоминаешь о чем? О доме. Вот поэтому это в тему такая немножко композиция «Отчий дом».
все года. И неважно, где был я, он гнездо, я птица твоя. Где ты, отчий дом, дорогая мне земля. Отдаю тебе поклон, дорогой отцовский дом. Где ты, отчий дом, мама с папой за столом. Две далекие звезды, ностальгические сны. Милый мне отцовский дом, так любимый мною. Где ты, ветерок родной, сердце ноет. Где ты, отчий дом, время мельница с крылом. Без тебя в душе моей мало света и лучей. Вспоминаю, отчий дом, песню мамы перед сном. И печаль свою храню, если думаю о нем. Где ты, отчий дом, мама с папой за столом. Две далекие звезды, ностальгические сны. Милый мне отцовский дом, так любимый мною. Где ты, ветерок родной, сердце ноет. Отцовский дом, так любимый мною. Где ты, ветерок родной, сердце ноет. Где ты, ветерок родной, сердце ноет. Где ты, ветерок родной, сердце ноет. Это была композиція «Отчий дом». Гостя нашої програми «Спочатку музика» Віталія Кашаткова у його власному виконанні. Віталь, дякую тобі за зустрічу. Вільно приємно було послухати твої ось цієї ліричної композиції. Ну, ти ж сам розумієш, без лірики взагалі, ну, ніяк. Ну, як ще можна взагалі без лірики, скажи, Женя? У любого надвор'я, теплиня і пішота, я назвав сюди, до речі. Ну, мне кажется, вообще без наших любимых женщин, без этой ласки, без нежности, мы, мужики, становимся слишком такими брутальными, правильно? Вот как сейчас мы с тобой, небритые такие, немножко некрасивые, да? Стомленная крышечка. Немножко стомленная, да, ну 18 часов еще, в принципе, не так нужно стомиться. Ну, то бишь, вот, все равно я еще молодежно. Поэтому сейчас самая, наверное, в тему песня должна быть поднять наш так, и дух, и нежность, и, наверное, она посвящается кому? Кому? Кому посвящается? Нашим любимым женщинам. Так. Нежность. Ну, это такая песня, тоже есть в белорусском варианте «Кап-кап», а сейчас она звучит тоже в русском варианте «Твоя нежность». Нагадаю, у програмі «Спочатку музики» музика був Віталь Кашатков, автор і виконавець власних пісень. Ми, гукорежисер Міла Зуб і я, Євген Толкачов, з вами розвітуємося. Зустрінемося ровно через тиждень, а покуль бувайте. І пісня «Твоя ніжність» співає Віталь Кашатков. Раскаты вдарили, рассмеялись над тишиной. Под холодными ливня каплями тонет июльский зной. Так легко и приятно дышится, умывается все вокруг. Ну а мне в этом шуме слышится бедного сердца стук.
проплывет, и чай неспешно каплями пахнут. Без улыбки нежной снова не усну. В шуме ливня растворилась летняя духота. Только почему-то не забылась твоя нежность и красота. Не забылась твоя нежность и красота. Не забылась. Эти капли дождя желанные нам подарит с тобою гром. И надежда мелькнет нежданная, будем опять вдвоем. В одиночестве я до вечера слышу звонкое кап-кап-кап. Может быть, постучит застенчиво в двери твоя рука. Проплывет печаль неспешно каплями по окну. Без улыбки нежно снова не усну. В шуме ливня растворилась летняя духота. Только почему-то не забылась твоя нежность и красота. Без улыбки нежной снова не усну. В шуме ливня растворилась летняя духота. Только почему-то не забылась твоя нежность и красота. Не забылась.